Я очень рада тому факту, что сегодня у нас в гостях человек, довольно известный в Торонто, талантливый музыкант и композитор, который очень долго шел в нашу литературно-музыкальную гостиную. Мы познакомились, наверное, года полтора тому назад. Я пригласила Бориса к нам в гостиную, но вот только сегодня он у нас в гостях. Борис Котляр. Я получаю каждый день имейлы и получаю часто имейл из удивительной кошки. Там есть такой батон, написано, можно удалить, если вы вам мешает. Но я смотрел просто на распорядки, мне очень нравилось это начинание и нравилась, так сказать, сама идея создания такого вот театрального кафе места. Я сам пытался когда-то. Это было в Ричмонд Хилле, мы с певицей такой Лена Берг. Дождался, да, и сегодня или вчера я получил имейл, там написано, что можно за 5 минут стать известным. Удивительный кошка. И я дождался этого момента, я понял, что звезда вот вспыхнула, и я пришел сегодня сюда. Что я хочу сказать, просто вот как человек с опытом, вот первый выступавший Тимур, я просто хочу поддержать. Он играл так, как в принципе играют люди, когда заканчивают музыкальную школу. Нормально, так сказать, он королев, потому что он достиг, пусть он продолжает, так сказать, этим заниматься, я ему желаю. И единственное, только лишь фонограмму. Когда он подбирает носовку, во-первых, ее надо делать громче, во-вторых, стараться так, чтобы там не было пауз, как можно меньше. Но, в принципе, он сыграл очень здорово, и как Рэймонд Пауз. Я шучу. Второй выступающий, кто был у нас второй? Это... Что он делал? Она играла на гитаре. Да. Тоже она вышла и сказала, что она хочет, так сказать, преодолеть чувство страха, она самопоэт, но и вот она преодолела, и пусть дальше продолжает, потому что у нее очень чистый голос, она чисто интонирует, и у нее хороший вкус, и я желаю ей, чтобы она, так сказать, дальше. И женщине, которая вот передо мной, Юль, да, выступала, тоже у нее поэтический дар, и, видимо, единственное, только я пришел сюда, я хотел такой вот какой-то вдохнуть кусочек жизни, а тут ностальгия такая по годам и так далее. Так, все, сейчас я сыграю просто, я сыграю одну мелодию или песню. Дело в том, что у меня среди песен очень много есть музыки, песен, которые, но среди них есть одна, она а-ля бардовская такая. И она была написана в 97-м году, я когда приехал сюда, в Канаду, меня поразила осень. И я буквально писал стихотворение, текст за текстом, останавливался на машине, на капотах, и написал одно стихотворение, а потом оно стало песней. И назвал я ее, эту песню, «Болдинская осень в Торонто». Настолько меня, так сказать, впечатлило. Ну, я думаю, что вот я ограничусь просто этой песней и ее спою вам. Я вдыхаю запах осени, красоту листвы под бросенью. Прозрачно в озере, как любимые глаза. По бульвару брожу и по улице, наблюдая за листьями кружу. Листья кружатся, 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 завораживая. Маня меня, дорога и до горизонта, Болдинская осень в Торонто.
наши жёлты осени унылая пора. От порога и до горизонта Болгинская осень в Торонто. Желтой осенью унылая пора.